Всем привет, ребят! Наконец-то настало лето, и закончилась у меня учеба, и мы с друзьями выбрались на природу пожарить шашлыки. Сейчас я вас быстро познакомлю с участниками этого влога. Это Некит. Именно этот парень сделал мне дизайн для моего канала. Он очень ровный и классный друг. Это Виталий, он очень классный. Что ты делаешь? Не делай этого. Я ж теперь грязный. Я ж теперь не буду мыться. Ой, буду мыться, но попозже. Ну подожди, мне надо привести все в порядок. Давай. Да ты и так красивый. Это Лера. Ну, тебя Лера зовут? Да? Я его дал? Нет, я знал. Что вы там? Жабы. Марин. Это Марина, вы ее знаете, это Настя. Настя классная. Настя смотрит все мои видео. Да, Настя? Ни одного еще. Начало. Начало. И сколько у меня подписчиков, Настя? Я не знаю. У меня уже больше подписчиков, чем на вашем факультете людей. Ёптить мать. Ты так крутишь классно. Давай, Марин. Дай, а как ты еще раз покажешь? Так ровно. Кинь мне, Марин. Я словлю одной рукой. Давай. Давай. Давай я. Давай, мэн, у тебя последний шанс твой. Если не ловишь, ты не ешь. Не ловишь, не ешь. Ничего не ешь. Готов? О, все, ты все ешь. И ты все ешь. Мы долго купались в Днепре, вода там просто кипяченая, и провтыкали наш костер, и теперь заново его надо распаливать. Мэн, тебе понравилось купаться? Да. Что за... Оболонь. Ты любишь оболонь? Да не, я люблю бат. А чего оболонь? Ну, потому что я из бедной семьи. У лысого он сделал. Ой, я его развел на бат. Ну, бат. Сейчас буду бат. Сейчас. Подождите, я придорвал не бат. Кошки. Хорошие кошки. Ты мясо кушать. Так вот закончился наш день. Я порвал свои шлепки, купил себе квасы, и мы идем домой, уставшие, но счастливые. Если вам понравилось это видео, подпишитесь на канал, поставьте лайк и прокомментируйте. Всем спасибо.